Гордон отдыхал на запасном пути. Иногда он думал, да чего же это утомительно быть большим и шикарным паровозом. Но приходится держать марку, так что... Ту-ту-ту-ту, привет, толстяк, просвистел Генри. Вот нахал, возмутился Гордон. Этот Генри чересчур возомнил о себе, как он со мной разговаривает. Со мной, у которого не было ни одной аварии. А заклинившие свистки и сорванные предохранительные клапаны аварии не считаются? Спросил с невинным видом Перси. Конечно, нет. Такое может случиться с любым паровозом. Но сходить с рельсов, как Генри, это что, по-твоему, правильно? Это достойно? Настала очередь Генри тянуть экспресс. Гордон наблюдал, как он готовится. Будь внимателен, Генри. Это тебе не летучий лосось. Ты уж постарайся остаться на рельсах. Генри отправился в путь, а Гордон зевнул и задремал. Но ненадолго. «Просыпайся, Гордон», — сказал его машинист. «Мы должны тянуть специальный поезд. Пассажирский или товарный?» «Товарный», — сказал машинист. «Товарный!» — возмутился Гордон. «Фу!» Топка Гордона разгоралась медленно, и Эдварду пришлось толкать Гордона на поворотный круг, чтобы направить в нужную сторону. «Не поеду, не поеду!» – ворчал Гордон. «Не глупи, не глупи!» – пыхтел Эдвард. В конце концов Гордон оказался на кругу. От езды огонь в его топке встряхнулся и запылал ярко, давая много пара. Гордон был сердит и не думал о последствиях. Он дождался, пока круг повернется наполовину. Я им покажу, процедил он. Он медленно подал вперед, чтобы круг заклинило, но не смог остановиться и соскользнул в лужу. «О, ши!» – засвистел он. «Вытащите меня! Вытащите меня!» «И не надейся!» – сказали его машинисты кочегар. «Ты что, не понял, что ты застрял? Большой глупый паровоз!» Они позвонили толстяку-инспектору. «Значит, Гордон не захотел взять специальный поезд и заехал в лужу?» «Вы это хотите сказать?» «Специальный ждет. Пусть его возьмет Эдвард». «Гордон?» «Пусть сидит в своей луже! Сейчас нам с ним некогда возиться!» На другой стороне лужи разговаривали дети. «Эх, какой у него глупый вид! Они его никогда отсюда не вытащат!» Они начали петь. «Глупый Гордон в лужу упал, в лужу упал, в лужу упал! Глупый Гордон в лужу упал в понедельник утром!» Гордон пролежал в луже весь день. «Какой ужас!» – думал он. «Я никогда отсюда не выберусь!» Но вечером Гордона приподняли и подложили ему под колеса доски, чтобы он не проваливался в грязь. Сзади к нему привязали крепкие канаты, и Джеймс с Генри, поднатужившись, вытащили его обратно на рельсы. Поздно ночью Гордон приполз домой, грустный и поумневший. Sheds over.